Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы вроде... словили электробаза, да, еще кого-то. Или нет? Да, электробаза мы словили. И сейчас давайте, ребята, уже Янмегу поставим в компьютер. И возьмем на прокачку... Возьмем вот Сандил. Если кто-то знает, как он вообще эволюционирует, или просто с уровнем, или как-то по-другому он прокачивается. Так, ну сейчас давайте, в принципе, ребята, вот там у нас покемон босс. Отлично. Иди сюда. Иди сюда. Так. Сюда еще, например. Но тут никого. Тогда вот сюда. Кто-то есть? Тоже нет. Сюда тоже нет. Давайте тогда, значит, полетаем, откроем еще немножко карту, сколько там. Давайте полетим в какую сторону. Нет, давайте полетим сюда. Сейчас мы, наверное, будем все-таки летать немножко, и, в принципе, как видите, уже спавнится извиняюсь, уже спавнятся покемоны-боссы. Вот только опять зараза летающая. Ладно, иди-ка ты сюда. Догонялки он хочет, конечно же, поиграть, но... Ух. Сам напал? Отлично. Так, летим мы дальше вот сюда куда-то. Смотрим на карту, кто у нас. Так, кто там, кто там? Может, кто-то и заспавнится. Да, еще один покемон босс в земле. Ух, опасно. Да не мне туда, ты ж. Вот. В земле. Опять в земле. Ладно. Ух, нужно идти все лопату сейчас себе сделать. Это уже это заканчивается. Ну, как бы. И... извиняюсь. И опять вот это. Так, там что-то было. Че, уже пропал, зараза? Нет, не пропал вроде. Хотя фиг его знает, где он может быть. Ух, сколько там покемонов. Боссов. И куча гравия. Вот он. Так. Да, че за... А, я уже думал, на глазах как-то пропал. Ой, что там было? Ладно. Там еще два покемона босса, но тут куча сейчас гравия. Сейчас я немножко вот так. Ладно, давайте еще. Хотя фиг его знает, что там может быть. Да какая высота? Там еще один покемон босс. Вот, давайте идем-ка мы вот сюда. Где ты, зараза? Че, опять под землей? А, нет, вот он. Куча! Отлично, и сейчас
Там кто-то вроде был, но уже его, наверное, нету, да. Так. Летим мы дальше. Ух, нужно все-таки в лес еще будет зайти. А то в лесу как бы те покемоны, которых у нас еще нету, вот там покемон босс. Такое небольшое путешествие у нас будет, летающее. Как бы так покемоны сразу спавнятся как бы на глазах, да? И ты уже видишь, что вот там. Так, да ты ж... Не, ну в принципе, когда ты телепортируешься, тоже видишь, но вот так... Ты летаешь, они как бы сразу спавнятся так. Да не в небо ты зырь, зараза, бей уже его. Так. А те вот сюда еще, например. И вызываем покемона. И вот сюда. Кто-то будет. Фиг его знает. Ух, большая. Ух, нифига себе пустыня. Ну. Оп, вот там. Летим туда. Он вроде не в шахте, как бы не в земле, или. Нет, все-таки. О, а, нет, вот это отлично. Так, иди ты сюда. Ух. Ну, офигенно. Да ты... А! Ну! А, отлично, хотя бы убили вот. А. Так, идем мы домой, ребята. Вылечим нашего покемона. Наших покемонов. И опять, наверное, поскладываем все в сундуки. И сделаем себе лопату. И кирку. Так. Тут у нас. И вот так. И вот так. Отлично. Идем сделаем себе кирку. О, точнее, лопату. А у меня... Так, у меня нету... Дерева. И сейчас. Извиняюсь. И сейчас давайте мы сделаем себе... Лопату. И хотя нет. И давайте починим нашу кирку. Ух, нифига себе, сколько уровней. Опа, покемон босс. Ты в земле опять? Ух, ни хрена себе. Так. Ну, давайте. Ты тут? Вроде нет. Сейчас. Вот, отлично.
Caramba. Сейчас. О, еще один. Забыл я вот так прокачивать Лайрона, чтобы больше опыта шло. А то он тоже не на маленьком уровне прокачивается. Ух, так. Хотя вообще ему опыта не дал. Или дал. Ух, ни хрена себе не дал. Офигенно сколько дал. Так. Ребята, сейчас опять давайте пойдем все поскладываем в сундуки. Ух, сундуки уже капут. Столько покемонов-боссов, вроде. Ну, вот, офигеть. Там. А, нет. Так, сюда. Вот это. Сюда. Вот так. Отлично. Так. Генгар, 57 уровень. Так. В принципе, ребята, давайте еще идем поспим. Это еще кто такой? Свадло. Давайте словим его или хотя нет, я знаю, что это за покемон, но в принципе его у нас нету, так что отлично, и мы его словили. Че, хоть давай, так, давайте идем сначала поспим. Ай. Да чё. Ребята, все, давайте все-таки уже на этом закончим этот эпизод. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи, всем пока.